Идя медленным, но последовательным путем, Рембрандт приходит к первому крупному произведению, писанному им в Амстердаме, картине «Урок анатомии доктора Тульпа», 1632 год. Ныне картина находится в Гаагском музее Мауритсхойс. Групповой портрет был специфически голландским вариантом крупного живописного произведения. Предназначенный для размещения внутри общественных зданий, он заменяет монументальную живопись, которой в Голландии не было, в то время как она переживала бурный расцвет в Италии в эпоху Возрождения. Впервые в истории, ощутив себя хозяевами жизни, торговцы и ремесленники стремились стать героями искусства сами. И им не нужны были боги и герои античных мифов и библейских сказаний. Живописцы должны были оставить потомству многочисленные изображения реальных заказчиков. Бюргеры портретируются и порознь, и с женами, и с детьми, и, наконец, целыми корпорациями. Заказ на групповой портрет – самый почетный и выгодный, какой мог выпасть на долю голландского художника. Рембрандт получил задание изобразить лекцию по анатомии руки популярного в Амстердаме врача доктора Тульпа, прочитанную в конце 1631 года перед членами Амстердамской гильдии хирургов, с демонстрацией на трупе казненного преступника Ариса Кинта. В Голландии того времени подобная анатомическая демонстрация служила общественным развлечением. Ей предшествовала публичная казнь преступника, чей труп поступал в анатомический театр, то есть помещение для анатомирования трупов, а позже вечером гильдия хирургов устраивала банкет и факельное шествие. Стремясь зафиксировать все индивидуальные особенности портретируемых, художники точно следовали натуре и давали несколько застывшие изображения с тщательной реалистической передачей черт лица и костюмов, единственным украшением которых были белые воротники. Главное, что интересовало художников – достигнуть портретного сходства. Таким образом, эти посредственные мастера изображали своих героев механически, ничего в них не изменяя, подобно современным фотографам. По-иному подошел к раскрытию темы Рембрандт, внесший в нее активность самого способа изображения. Картина Рембрандта «Урок анатомии» решена в скупой черно-белой гамме, слегка расцвеченной оттенками желтовато-коричневого цвета. Поток света от зрителя, как бы проникая сквозь прозрачную пленку изобразительной поверхности картины, вливается в полутемную аудиторию. В глубине виднеются очертания слабо освещенной внутренней арки помещения, сдвинутой от главной вертикальной оси изображения влево. Еще сильнее влево сдвинута группа семерых врачей на первых планах. Они слушают лекцию. Полукольцом, изгибающимся вглубь левой половины картины, эти бородатые медики с обнаженными головами, окаймленными снизу белоснежными жабо, роскошными кружевными воротниками, обступили стоящий по диагонали, направленный из правого нижнего угла картины, невысокий дощатый стол, на котором лежит на спине обнаженный труп, его бедра слегка прикрыты белой тряпкой. Единым чувством объединены слушатели доктора Тульпа, стоящего справа от главной вертикали картины, за ногами трупа, и демонстрирующего сухожилия и мускулы на препарированной левой, дальней от зрителя руке свежего покойника. оттянув похожим на ножницы металлическим пинцетом, который он зажал в пальцах правой руки, ярко-желтую мышцу, которая управляет движениями пальцев. Другой рукой он показывает, как действует эта мышца. И действительно, сейчас растопыренные ярко-красные пальцы мертвеца согнутся. Заинтересованные действиями и словами ученого доктора, слушатели сравнивают скрытую ниже локтя руку Ариса Кинта с рисунками из громадного анатомического атласа Визалия, раскрытого на нужной странице. Атлас «Толстая книга» находится рядом с нами, в правом нижнем углу картины, в ногах покойника. Корешком книга опирается на правую часть рамы, а рисунками повернута к медикам, поэтому нам видны не рисунки, а только часть разъяснительного текста на соседней странице. Итак, все семеро участников демонстрации изображены слева от главной вертикали полотна. Все они одеты и пострижены по единой моде. Короткие, зачесаны назад волосы, усы, бородка клинышком. Но физиогномические опыты ранних лет помогли Рембрандту показать своеобразную реакцию каждого из врачей, подчеркивая напряженное внимание слушателей и обособляя фигуру ученого. Рембрандт как бы героизирует и участников портретной группы, и само объединившее их событие, придавая ему оттенок героической значимости. И однако Рембрандту и здесь еще не удается окончательно добиться цели. Внимательно вглядываясь в позы и лица, мы без труда почувствуем, что они не вполне соответствуют настроению минуты, которую, казалось бы, должны переживать все изображенные люди. Стремясь создать иллюзию полной реальности, художник делает участником события самого зрителя. Мы как бы входим в аудиторию во время лекции, и двое слушателей, первый и пятый от Тульпа, оба на дальнем плане оглянулись в нашу сторону. Застыл в центре заднего плана в искусственной позе, как бы приставая с загороженного другими сиденья, ближайший к доктору персонаж – Хартман Хартманс. Он приподнимает руку с зажатым в нем листом бумаги, демонстрируя нам список врачей, изображенных на картине. Порывисто наклонился вправо, поближе к трупу, третий от Тульпа врач Якоб Девит, но его взгляд говорит о размеренной, спокойной задумчивости, никак не соответствующей положению его подавшегося вперед туловища. Отсутствующим взглядом взирает на нас Франс Ван Лунин, пятый ученик, если считать влево от доктора. Лунин, находящийся позади и выше всех, по-видимому, не стоит, а сидит на верхней скамье. Зато во втором от доктора слушателей при внимательном взгляде уже с полной ясностью обнаруживается та отдаленная перспектива, тот оттенок чего-то живого и неуловимого, неопределенного и пламенного, что составляет сущность гения Рембрандта. Мы видим только его голову, все остальное серо затушевано, да и само лицо превосходно построено без видимых контуров. Оно как бы вылеплено изнутри и насквозь проникнуто той особенной, бесконечно тонкой жизнью, которую один Рембрандт умел открыть под внешней оболочкой вещей. Этого персонажа зовут Якобло. Он очень живо, остро реагирует на рассказ Тульпа. Зорко, пытливо следит его тревожный взгляд за движением руки профессора, выдавая цепкую работу мыслей и остроту восприятия. Это единственный в картине до конца удавшийся образ. Именно выразительное лицо Блока, помещенное Рембрандтом немного левее самого центра изображения, создает впечатление той общей увлеченности аудитории, которая возникает при первом взгляде на картину. Другая, безусловно живая фигура картины, одна из самых реальных, которая вышла, так сказать, лучше всех, если иметь в виду то чистилище, через которое должна пройти всякая написанная художником фигура, чтобы проникнуть в царство искусства. Это доктор Тульп. В нем, насколько нам известно, лучше всего передано исходство. Доктор Николас Тульп выделяется среди героев картины своим широким силуэтом, свободным, изящным, профессионально уверенным жестом рук. На нем широкополая темная шляпа. У него красивое лицо с закрученными темными усиками и остроконечной бородкой. И воротник у него не такой, как у остальных. Не пышное жабо, доходящее до плеч, но сравнительно узкий прямоугольный отложной воротничок с таким же четким контуром, как и такие же ослепительно белые отложные манжеты. Тульп деловит, сдержан, предельно точный, в то же время оживлен и уверен. Но даже доктор Тульп, несмотря на его внешнюю оживленность, несмотря на одухотворенность, которую легко прочесть в его широко раскрытых карих глазах, даже он несколько противоречит психологии картины. Он не смотрит ни на слушателей, ни на труп, ни на вошедшего зрителя, ни на свои руки. Принесший славу Рембрандту урок анатомии был во многом произведением новаторским. Рембрандт впервые задумывает групповой портрет как некое драматическое событие, основанное на полном единстве переживаний и тесном взаимодействии всех действующих лиц. Картина воспринимается не как тщательно задуманный по композиции групповой портрет, а как убеждающий непосредственностью жизненный эпизод. Урок анатомии одним ударом проливает на талант Рембрандта полный свет, подобный тому, каким Рембрандт осветил действующих лиц этой картины. Здесь он создал изумительное произведение искусства, несмотря на его многочисленные недостатки, которые не позволяют признать его бесспорным образцом. Картина имеет также символический подтекст. Его можно сформулировать как триумф истины, победу знания, олицетворенного в докторе Тульпе. Истина торжествует над смертью и грехом, воплощенным в трупе Ариса Кинта. XVII век. Время, когда не только теоретические, но и экспериментальные науки делают гигантский шаг вперед, когда опытное знание кладется в основу философских систем. Время Декарта и Ньютона, Паскаля и Лейбница. Картина Рембрандта и яркое выражение духовных устремлений его современников. Свежие, смелые произведения молодого художника до известной степени поражали, но, несомненно, и очаровывали современников. Рембрандт становится центром кружка последователей, стремящихся овладеть колористическими секретами рембрандтовской палитры. Фердинанд Боль, Карл Фабрициус и другие работали под руководством Рембрандта и развивали его манеру. Под мастерскую Рембрандт снимал обширный товарный склад, который при помощи бумажных и парусиновых перегородок разделялся на камеры, где каждый из его учеников мог работать, не мешая другому. Изучение живой натуры выдвигалось на первый план, причем Рембрандт рекомендовал избегать искусственных поз, которые являлись обычным школьным достоянием. Для распространения его композиций ученики делали с них афорты, назначенные в продаже. Они занимались также копированием работ учителя, и такие копии Рембрандт часто проходил своей кистью. Успех урока анатомии привлек в мастерскую Рембрандта некоторых известных и знатных амстердамцев, впрочем, вскоре ее покинувших. Рембрандт запечатлевает их в портретах, свободных по тону и отделке.